Андрей Пономарев пишет: только внимательно надо читать. Внимательно. Вот такие у меня абрикосы в этом году. Вес более 80 грамм. Ну и что, подумаешь, бывает больше. Солнце женское. Ну и что, дерево-то на цвет. Ну и что, непривитый. Та-та-ра-дам-ра-дам. Непривитый. 80 грамм. Ну что, выпустить тебя здесь. 101 или 120 раз опять мимо пролетает. И я уже вынужден креститься, смотрите, не шучу. Не боюсь креститься. Но ни одного случая, чтобы это взял какой-нибудь этот. Я еще ниже показывать буду. Взял, я же не говорю про манжурцы, которые так считаются дитем. Я потом покажу сказочные плоды с него, да? Ну и культурные. Ну нету дикарей. Ну ни одного пока. Ну счет-то пошел на десятки. А если все собрать, то уже на сотни. Ни одного дикаря. Десятка. Власти мы с этого самого. Как сказать? С этих сказок. Ведь вред от вас. Вас много. Нас мало. Вы сказали не при это, не, культурная сорта не это. Не выращивать семена. Сказали. Да вас сказал, мне человек сказал. И все садоводство застыло. Вот. Читаем дальше. Теперь внимание. Там, тарадам, еще один пример. Угадайте, сколько весят вот эти самые плоды. Внимание. Тарадам-дарам. 101 грамм. А наш царственный небесный Юрий Алексеевич Ботинков называет такие сорта 100-граммовиками. У нас их много, около десятка, если взять меня его. Вот так, больше, кстати, больше не... Ну, есть там мой сорт такой вот у Боднера, ну, скорее, был, чем есть. Вот. Посмотрим дальше. Внимание. Вот он такой на руке. А вот это, кстати, моя... Первая и последняя при моей жизни брошюра. Номер один, значит, должна быть 2, 4, 5. Но это уже никогда не будет. 20 тысяч экземпляров вот таких вот, вот показываю, смотрите. Горько страшно. Вы знаете, что для меня было, используя шанс, кто-то сказал, я их все по России распространю, а это и реклама, это польза гигантская, так? 200 тысяч я выслал, а сейчас в месяц по десятку. Это по 100 рублей, если одна. Если 4, то по 50 рублей. То есть 4 по 50. Это 4 штуки 200. Вот это вот и все. И сижу я. И думаю, господи, не это самое. Некому взять, купить десяток за это. За 500 рублей. Раздать всем своим друзьям, всем своим родственникам. Вот. И сказать, учитесь. Вот этот человек учился. Видите? Еще один у нас рекордсмен. Все, что за 100 грамм, это можно уже клуб открывать, 100 граммовиков. Здорово. Смотрим дальше. Это моя переписка с этим человеком. Спасибо. Он прислал фотографии. И все. Умоляю еще пару срок. Когда сеянцы или привит из моего щенка? Или садится сына Сергея? Ответ. Конечно, с нуля. Ваши косточки манжурского патриарха посеяны на холмы, а потом привиты вашими щенками лучшей копулировки. Первый хороший урожай был на третий год. Ну, вот теперь я гадаю. Что за, черт возьми. И фаина на одном дереве такая была. И этот самый, Бая Ливицкого тоже такой. Вот теперь гадаю. А он не написал, кто. Первый хороший урожай на третий год. Дальше он пишет. Судя по нашей переписке, косточки заказывал осенью 17-го года. Ну, смотрите, сколько всего лет. Просчитанные годы. И у него вот это чудо. А сел после сертификации весной 18-го. В 19-м привел ваши семки. Ну, что еще надо-то? Рязанская область, Рыбновский район, 180 км от Москвы. Я все время думаю...
Ну почему, почему, почему это? Это же уже во всех институтах, во всех университетах, академиях уже 20 лет, как про меня знают. Ведь когда я печатался, я был более популярен, чем сейчас. Почему, почему? Ну что вам стоит-то? Вот. Ну и наш, я это, ну, не знаю, значит, та переписка личная, вот, значит, Макаров Алексей Иванович что мне пишет. Никогда наши, примерно, да, Алексей Иванович, извините, я чуть-чуть там, может быть, утрирую, никогда наши власти не придут. Никогда не поменяется вся эта обстановка, где среди, ну, дальше вы упоминаете, понятно, кумовство и прочее, все это так уже засело в науке, что никогда не изменится, только будем снизу. Вы представляете, что сейчас вот это чудо спокойненько, спокойненько, где? Как там Рыбинск? Сейчас. А, Рязанская область, Рыбновский район. Ну вот, видите. Он, наверное, он прав, а я мечтатель. И не хочется, чтобы революция в стране была, чтобы как потом Мичурину взяли, принесли пачку денег. Говорят, продолжай, нужна новая власть. Не хочу я все это через кровь. А с этой властью так и будем импортный дрянь жрать. С виду красивая, отравленная. Ведь от этого здоровья зависит наше. Итак, переписка была и Киселева Дмитрия. Живой нормальный человек.